Основной задачей презентации было поделиться с коллегами тем опытом, который мы накопили за время тиражирования технологий Кольцова на другие активы холдинга, тем опытом, который наработали, ну, и теми подходами, которые сумели для себя сформулировать. Безусловно, полезное мероприятие. В этом мероприятии мы участвуем давно в качестве участников еще с тех времен, когда мы все работали в Кольцово. Мы видим знакомые лица, да, мы видим Шереметьева Игоря Николаевича, мы видим Внукова. То есть всегда очень полезно и приятно встретиться с коллегами, обсудить животрепещущие вопросы, узнать что-то новое о том, что происходит у коллег. И ваше мероприятие – это очень удобная площадка для такого общения.